демонстрируем передачу данных с помощью функции Android Beam и технологии NFC. Для этого нужно два разблокированных телефона, включенная функция NFC. Нажимаем еще, ставим галочку включить NFC. И, соответственно, передаваемый контент. В данном случае это игра. Мы перекладываем два телефона и отправляем контент. Видим, здесь появилась ссылка на Play Market на эту игру. То же самое происходит с ссылками интернет и с любым другим контентом, который не занимает много версий.